Сегодня и завтра члены Президиума Координационного совета вызываются на допрос в Следственный комитет по уголовному делу. На фоне всего этого мы хотим выступить с обращением. Мы призываем всех должностных лиц, которые принимают сегодня решение о судьбе страны, перестать прятать голову в песок. Давление на членов Президиума Координационного совета так же бессмысленно, как надежда на то, что белорусы забудут о произошедшем или простят тех, кто совершал преступление. Президиум Координационного совета избирается из состава совета. После возбуждения уголовного дела мы получили сотни заявок, а после сегодняшних угроз, уверены, получим и тысячи. Каждый белорус, кто нас поддерживает и хочет перемен к лучшему, может вступить в совет. Нас большинство. Это наша страна. Мы белорусы. Координационный совет – это мы. Других белорусов у этой власти не будет, и с нами придется считаться. Мы хотим видеть миллион заявок. Мы хотим видеть миллион новых лиц, за каждым из которых друзья, родственники и знакомые. Мы не дадим замолчать и забыть то, что произошло, и требуем расследования и привлечения к ответственности всех виновных, восстановления законности и справедливости. Записаться в совет можно на сайте rada.vision. Вместе мы победим!